Жители федеральной земли Северной Рейн-Вестфалии на западе Германии стали свидетелями редкого для этих мест погодного явления. На регион обрушился торнадо. Стихия затронула несколько населенных пунктов к западу от Дюссельдорфа. Мощный смерч с корнями вырвал из земли десятки деревьев и разрушил около 50 домов. Порывы ветра были такой силой, что подхватили тяжелый фургон, который в итоге оказался на дереве. Сообщается о нескольких пострадавших.